Казахстанцам, у которых уже есть один проблемный кредит, могут запретить брать другие. Такую норму планируют закрепить на законодательном уровне. Об этом сегодня заявил заместитель председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Сейчас ведомство работает над снижением долговой нагрузки казахстанцев. Уже определен список заемщиков, имеющих просрочку по кредитам более 90 дней. Всего их насчитывается 1,5 миллиона. А также подписаны индивидуальные планы с банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Этот план мы заключили до конца 2024 года со всеми 1,5 миллионами человек. Эти банки и микрофинансовые организации, каждый в отдельности со своими заемщиками, должны провести соответствующую работу для того, чтобы снизить эту кредитную нагрузку. Мы хотим ограничить максимальную сумму потребительских займов, потому что мы сейчас видим, что потребительские займы часто выдаются на сумму там, свыше 100 миллионов тенге, иногда доходит до 1 миллиарда тенге. Чтобы не наращивать кредитный долг на население Казахстана, мы хотим ограничить верхнюю планку максимальной суммы потребительских займов.